Мы их нашли. Привет. Мы идем к Тиму. Привет. Что, пойдем? Мы, короче, решили взять по коктейлю, посидеть, а потом посмотрим, куда дальше. Лайкусики, лайкусики. Мы едем на Джанцьен. Авария. Группа Авария поет. Мы взяли тук-тук. Мы сели в тук-тук, едем к ребятам домой. Едем к ребятам домой. И после этого мы поедем на Волкин Стрит. Как вам мой новый голос? Я Максим. Я не изменился, но я живу в Таиланде, и это немножко кое-что меняет. А мы сейчас едем на 8-й Сой Джамтьена, на Сой Ватбун. Мы здесь отдыхали, в общем, в прошлом году, и такие места знакомые, это классно это все проезжать. Мы приехали в новый кондо Амазон, второй выпуск у нас про кондики. А? Прикольно. Смотрите, это находится где Paradise Park, Park Lane, все их знают. Мы здесь еще не были. Привет. Супер класс. А что у вас лифты трещат? А, у нас лифт это вообще ужас. У нас... Аккуратно. Может, по лестнице? Нормально. Пятый этаж наш. Сейчас лакшери умеете. У нас так лифты не ездят. Ты сейчас найдешь? Не ездят? Не пойдешь. Лакшери. Ох ты. Это что у вас? Джунгли? Да. Ой, слушайте, это зеркальная комната получается. О. Такие как будто в тропиках, да? Тропики. Смотри, там геккон, новый геккон. Мы, когда сюда приехали, мы думали, ну просто не ободрали. Они, походу, специально это наклеили, а кто-то начал обдирать. Вот такие квартиры здесь. Да, не дышишь, прячь. Да ладно, давай доставай. Ой, кухонька, прикольно. Ну да, здесь очень мило. Понадеюсь, ну здесь нельзя с животными, это пожалуйста, я точно знаю, 100%. И вот как это называется? Много бухла, мы ради этого ехали. Я вообще-то ехала ради денег. А, ну возьми деньги. Ну это тоже возьми. Я тут просто смотрю, какая. Это хатины. Давайте сделаем масочку. Не надо, они же пусти. Пусть целуются. Сейчас такая речь была. Про Мерседес. Да. Про Мерседес. Ну теперь. Ну почему? Все. Ну скажи. Все. Ну скажи. Все, я обиделся. Я не скажу. Даже смотри, какие. Все, у нас сразу дела появились. А давай я вас фото, у нас хотя бы одна фотка будет совместная. На GoPro? На телефон. Чего мы с ними просто так ходим? Всем привет. My name is Елена. Мы сейчас пойдем на Волкин Стрит. Все, мы идем на Волкин Стрит, ура! Сейчас заходим не с того входа главного, а заходим с заднего. Yeah!
Ничего не допьем. Ничего не допьем. Уже допили. Кого? Спай. Чего? Есть мохито, есть вот... Только не бери, бери лучше мохито, потому что остальные красятся. Давайте вот это одного и все. Да. Мохито? Ну я не знаю, что нормально по вкусу. Ну мохито. Мятно. Сколько градусов? Я думал, что мохито. Это ай. Тут есть мини-шампанское. Сравнение прям. Мини-шампанское есть, прикинь. Инсомния, клабы, клабы, инсомния. Вип-персона? Вип-марзона. Я думаю, если нету денег, здесь делать нечего. Я согласна. Научись сначала справляться хотя бы с пачкой чипсов. Ты со мной поедешь? Я открыл, я и буду есть, да? Я так пополагаю. Мне хочется с тобой оставаться. На, кушай. Все знают. Кушайте. Про него. То, что он негодяй. Ты не будешь? Ты же открыл, ты и ешь. На, жопа. Не хочу. Ну на, покушай. На, женщина моя, поешь. Нет, ты открыл пачку, ты и ешь. Да блин, на, открыла все. Вот это есть. Ну, Макс, я это выкину. Ну, покушай. Я теперь с сыром, ну, вкусом. Я буду тебя облизывать ночью. На, возьми. Ну, что ты обижаешься? Знаешь, все одно на другое капает. Ты вроде и отдыхаешь для себя. А в другое время ты здесь и работаешь. Короче, мы уже все с ребятами попрощались. Посмотри, еще какой он большой. Макс, давай для сравнения поставь ногу. Офигеть. Мы, короче, с ребятами уже попрощались. И сейчас мы зашли за сэндвичами. А они здесь есть? Есть. Здесь же... Вон там. Мы зашли за сэндвичами. Потому что мы хотим кушать, и это наша любовь, в принципе, из еды. И, в общем, с ребятами мы еще не попрощались, мы с ними еще увидимся обязательно. Смотрите, где наши любимые сэндвичи. Это Макса любимый бургер. Сколько он стоит? Здесь, короче, курица больше, чем булочка, и она острая. Сколько она стоит? 39 бат. И мне нужно выбрать... А я обожаю вот такие за 25. Вот. Такие сосиски за 25 бат, они обалденные. Макс любит тоже такие сосиски, поэтому мы тоже берем. Надеемся, что вам этот выпуск нравится, и вы продолжаете его смотреть. А Макс пошел выбирать. Типка нету яблочного. Какой типка? А, есть. Ой, Мали, Мали. Не, не бери, пожалуйста, Мали, давай возьмем малую. Я себе маленький сок. Да я не буду, я чай попью лучше дома. Вот, и короче, сейчас мы попросим нам все это разогреть. Все, у нас уже сэндвичи готовы. Мы пришли домой, у нас уже красные глаза, мы очень сильно устали, и все, и короче, пора спать, поэтому всем до завтра, или когда-нибудь. Покусики, лайкусики. Ой, подожди еще раз. Всем покусики, лайкусики. With soap.